Смотри, что. О, это одну щуку вторая съела. Да ты видал? Здорово, народ! Всем привет! Вы на Зарыбательском канале. Зарыбательский канал снова с вами. Вновь. Да, давно мы не появлялись. Да, но тут то ситуация в нашей стране, так скажем, была нестабильная. Да и с Ютубом непонятно, там что закроют, не закроют. Но... Да, все. Да мы и ездили, в принципе, хотели. Если честно, ни хрена не было. Не, ну ездить-то мы ездили. На рыбалке мы были. Иногда там даже попадали, то я, то Ларик, но были по отдельности, то камеры не было, то... А что было-то? Был карась у тебя неплохой. Да, карась был. С тобой вместе, как мы с Фео вместе поедем-то? Как снимать едем? Я предварительно карася поймал здорово вообще на кондоме, офигенно. Говорю, Ларик, все, приезжай, завтра будет круть. Приезжаем снимать карася. Карась не клюет. Ну, короче, такая фигня. В общем, приехали мы с Лариком на наше любимое озеро. Уже, я не знаю, сколько видосов. Ну, видоса 2-3 точно есть. Да. Будем ловить щуку. Сосновка. Ну что, ситуация какая? Приехали мы в нашу сосновочку. У меня тут несколько воблерочков новых купил. Сейчас будем разлавливать. Не знаю, сейчас вот одел, короче, мы только с него выпали. Одел... Полта какая-то, даже не знаю, что это такое. Амиго до 1 метра заглубления, воблерочек. Вот. Ну, вообще, в начале лета, ребята, как обычно, в начале лета обычно клюет на кислотнике. То есть примерно вот до конца, наверное, июня, да? Угу. Вот мы так вычислили уже. До конца июля кислотники неплохо берут. По крайней такой мере, цвет, так. Да, он ну, прям да, вот такой. Рабочий. Причем там, ну, верховые, здесь озеро такое с травой, с травкой. Здесь, блин, сильно заглубление, нафиг не надо, там, до метра, это прям максимум. Обычно на верховые. Вот, ну что, будем пробовать. Посмотрим, как получится. Давайте, все, погнали. О. Сразу надел 100% с первого заброса, блин. Ну, конечно, это совсем уж такую не берем. Да, даже для вялки. Да мелковато. У Ефима тесть просто сейчас это. Вялит рыбу, и, блин, щучка мелкая вяленая оказывается очень вкусная. Вообще офигенно. Ну, это чересчур уж, блин. Ну, это такую мы 100% отпускаем. О, блин, хотел красиво отпустить, а не вышло. Ой, ёпкас, там вообще трава потом. Там, походу, любой воблер в воде. Ну что, ребятки, уже неплохо. Пробуем другие воблера. Ты смотри, что. Неплохая, ну. Прям ничего так. О, это одну щуку вторая съела! Ты видал это? Ох ты, нихера, стой. Ну-ка иди сюда. Ты отпусти чуть, братан, отпусти чуть. Фрикциона. Просто вытяни. Вытяни, вытягивай. Представляете, что произошло-то? Охренеть! Вот это кадры! Давай ко мне. Ой, ага, к тебе. Тихо. Блин, зараза, да? Хорошая щука. Тоже довольно, что ли, цепанул, да? Похоже. Ай-яй-яй, там за краешек. Хорош. Я не знаю, что там наснимал. Больше смотрел в воду, чем снимал. Не, ну, бля, достойно. А что, это она? А тут та сошла? Представляете, я поймал маленькую щуку. У меня прям просто поклевочка такой тю-тюнь. Раз. Я думал, трава нафиг, а это мелкая щучка. Я смотрю, мелкая. Я ее тащу и просто смотрю, реальные кадры просто подлетают. Вторая, большая, короче, ее хрясь вот эта вот. Ну, слушай, ну что ты, килограммчик, наверное, да? Ну. Да, килошница, но.
Пойдет вообще. Это что там, какой воблер-то, покажи. Да вот, только новый поставил, который за траву цеплял. Нормально, что? Разловил. Ну, по сути, у тебя сработал не воблер, а мелкая щучка, да? Не, ну мелкая-то села со второго заброса. Ой. Ну да. Вот такие вот пироги. Подожди-ка. Не знаю, что с ней делать. А что, блин, садок, что? Что, берем? Конечно. У меня камера-то снимала, нет? Снимает. Ну, вот такие дела. Чистит, походу. Крылья. Кто такой сидит? Крыльями так. Чистит крылья. Не крупная. Не крупная, но есть. Сменили локацию наконец-то у Ефима. Ух ты! Красоты. Ты тут смотри, что. Да нормальная. Да, она офигел. Нормальная щука. Опа. Вот и Ефим поймал. 800-очка где-то. Ты смотрите, мы сегодня по крупнику, короче. Опа. Опять кислотник. Ну, вот она. Красоточка. Пойдет на вялочку нам. Не, ну это да, это где-то грамм 700-800. Да. Это стандартная такая хорошая щука в этих местах. Все, отцепилось. Ну что, норм? Норм? Норм. Ой, тихо. Не крупная такая, потом она стебанула, типа такой, не, ничего, да? Ничего, но. Она потом начала сопротивляться хорошо. Она меня как стебанула! А я за что ее хватал? Нормально. Пойдет. Это классика жанра. Классика. Крэнк мистик, он уже он. Здесь у нас. Весь покусанный, перекусанный. Да, вот смотри. Удары. Да, он и снизу, и здесь. Он. Не, ну на него уже поймано-то, я думаю, более. Хорошо поймано на него. Более пятнашки, я думаю, точно. Всяких разных щучек. В основном не крупных. Ну вот оттуда. Погода просто, ребята, меняется. Каждый, наверное, мы рыбачим. Сколько? Час. Час мы рыбачим. За час уже, короче, из все небо заплывало облаками, то сейчас вроде вообще развеялось. Солнышко выглянуло. То холоднеет, то, короче, ветер, то еще что-то прям. Погода разная. И щука по-разному клюет. Ефим на тот крэнк рыбачит. Я вот, короче, на такого натуралочку поставил. Тоже китайский крэнк, но мы на него, в принципе, здесь половили. И не раз. Рабочий. Рабочий. Да, они все рабочие. Она клюет, она, блин. Ну тут что-то мы как раз, я только что, короче, Ефиму сказал перед тем, как он поймал. Я говорю, что-то мы заскучали, неплохо было бы сейчас поклевочку у кого-нибудь. Ну и тут же раз, чучка неплохая. Нет, для этих мест это вообще неплохая щучка. На этом месте мы в том году все перепробовали, ничего не было. И тут я надел красную блесну, которую я купил. В ленте, по-моему, купил. С наклейкой, по-моему. Просто китайская с наклейкой, но красная. И я на нее, что, по-моему, блин, две штуки, что ли, сразу поймал. Было дело такое. Задолбала эта трава. Честное слово, не знаю уже куда бросить, чтобы не такую вот херню не прицеплять. Вот такая фигня. Лодок тоже плавают, что-то приезжают. Не, ну вон ребятки взяли одну щечку, тут как бы не бездеть. Короче, встали на другую локацию. Здесь такая затравенелая. Закуточек такой затравенелый, закоряжневый. Решили попробовать, короче, на неогрузку. Ну, мы как-то здесь что-то ловили, но прям сильно травы много. Тот год, позатот год, в это время еще получше было. Тут что-то такое ощущение, что даже ничего нигде не гоняет. Там хоть где-то есть, там какие-то шолохи. Тут что-то вообще тишина полная. И жабы только. Слышите? Устраивают
перепалочки. Мы еще сюда проезжали, мы через другую дорогу ехали. Ну, как обычно мы ездим. Там так нормальненько так подразмыло. Я ж пару раз сыканул Ефим. Только Ефим, короче, вообще что-то не парит. Нормально все, езжай, говорит, вообще пофигу. Это Нива или... Или говно. Вообще так нормально. Ну, тут прям дорожку подразмыло. Но все равно там нет такой глины, да? Ну, на легковушке там точно без вариков. Совсем. Прям ехали пару мест, прям я так прям почувствовал, что это прям так, блин. Ну сейчас назад поедем, поснимаем. Да я вот рассказываю, думаю, может сейчас пару кадриков вставлю. С обратной как раз. С обратной поедем. Я не знаю, как только-то это все снимать, потому что там вылазить-то особо негде. Слякать. Да, в хороших кроссовках точно негде. Народу тоже. Раз, два, три, четыре, пять машин. Четыре лодки. Один где-то там плавает, один вот сейчас приехал, новенький. Не видели мы. У одного. У одного, да, вот только поймал кто-то, а все больше не. Все остальные что-то ездили. Один вообще ездил, что-то цеплялся. Хотя, может, кто-нибудь и поймал, но что грешить на мужиков-то будем. Ну, да. Мы же за ними не следили. Интересно будет спросить. Они уж собираются, фиг его знает. Ну что, собираемся мы, уже почти собрались. Ну что, за 2,5 часа рыбалки. Вот такая подруга на килошечку, и это на 500 с копейками. Ну блин. Достойный результат. Для этого озера вообще отличный. Рыбу берем, тесть Ефима там попросил. Он солит. Будем у него. Будем солить, есть вяленую рыбу. Мы сами, знаете, никогда не берем, если с озера, если это... Если нам не надо, потому что я озерную жарить не люблю, она не очень вкусная. Вот если посолить, то в принципе ничего. Ну что, друзья, всем спасибо за просмотр. С вами был Зарыбальский канал. Пока!